Ребята, всем добрый день. Все ждут на данный момент Mortal Kombat 12. Но когда говорят про фишки файтинга, блин, самое важное, что я вспоминаю, это, конечно же, так режим из Mortal Kombat 9. То, как он тут был реализован, ребята, это вот, ну это практически эталон. Сегодня, в этом видео, я хочу вместе с вами вернуться в уникальный режим Mortal Kombat 2 на 2 и встретиться с топами онлайна Mortal Kombat 9 и, наверное, развалить даже их. Так, пацаны, давайте начнем с такого классического дуэта. Я хочу взять против мощнейших ботов, возьмем Люкана и Кунлао. Кто уже не помнит, да, как выглядел так в Mortal Kombat 9. То есть ты можешь играть сразу за двух бойцов, или ты можешь играть вместе со своим другом. Если бы она была в Mortal Kombat 12, я был бы очень рад. Почему это круто? Во-первых, ты можешь сразу тренировать двух бойцов подряд. Вот, я хочу взять Кунлао, все. Я просто меняю Кунлао и играю уже на нем. Вот, видите? Я делаю комбо, я делаю прессинг и сразу меняю. И сразу меняю своего бойца. То есть, вот. Во. За Люкана можно делать то же самое. То есть это не просто фановая тема, ребята. Такие бои 2 на 2. Но и, скажем, ты должен следить за здоровьем своих бойцов. Но самое интересное, это, конечно же, возможности. И это добавляет действительно разнообразие в Mortal Kombat. Мне кажется, вот это самое важное. Так, ну что, пацаны, я думаю, время шуток прошло. Я сейчас хочу вам показать, наверное, самые крутые. Ну, одни из самых крутых вещей, которые вы можете вообще делать в так режиме. Мы, наверное, начнем с одного маленького чита. Вот смотрите. За Скорпиона, да? Вот мы берем Скорпай и Саб-Зиро в одну команду. За Скорпиона, если скажем, я сделаю его, ну, такой самый простой базовый комбо. Раз, два. В конце я могу поменять на Саб-Зиро и засетапить полный unblockable. Это, ребята, конечно, нечестно, но вы должны понимать то, что имея, скажем, разных бойцов в команде и учитывая то, что они могут вот помогать друг другу, вы можете создавать, скажем, те ситуации прессинга защиты, которых бы просто не было бы, да, если бы у вас был всего лишь один боец. Базовая комбо Sub-Zero в Mortal Kombat 9 выглядит примерно вот так. Ну, скажем, вы так подкидываете. Раз, два, и тут уже особо ничего не сделаешь. Урон неплохой, да, особенно после напрыжки, но вы посмотрите, что вообще может быть, если, скажем, я использую, да, того же Скорпиона в своей комбинации. Это практически натуральная комбо, потому что, ну да, вы понимаете, то что если так тим сделать таким же, как в Mortal Kombat 9, то он будет наглухо сломанным, да? Да, это нечестно, но можно объединить лучшее из двух миров, да, попытаться это сбалансировать, но чтобы так тим также добавлял глубину геймплея. Вот это самое важное. Вы, ребята, напишите в комментариях, дайте знать, то что не я один такой сумасшедший, то что не я один хочу так тим, но практически больше всего в Mortal Kombat 12. Ну, потому что такие комбинации, да, бойцов, такое разнообразие, мне кажется, ничего другого не даст. Разве вы не хотите в Mortal Kombat новом увидеть такую красоту? Я думаю, теперь вы поняли истинную мощь так режима в Mortal Kombat 9. Отправляемся в онлайн. Так, ребята, я вам сейчас покажу вот это комбо, которое, я думаю, в Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11 вы такое никогда не увидите. Я специально взял Сектора и Кибер Саб-Зиро. почти, подождите. Я уже забыл. Да блин, я забываю. Так, смотрите, мы кидаем ракетку сверху, напрыгиваем. Усиление бойца. Телепорт. И еще одно. 14 ударов, 65%. Да, конечно, там нужно влить практически весь метр. Но, блин, это такая красота, да. Ты используешь сразу обилки всех героев. И это даже не самое. Это даже не самое большое сумасшествие, которое ты можешь делать стагнер. Давайте попробуем в онлайне посмотреть, как вообще эта тима будет работать и как она будет дополнять друг друга. Ну давайте, смотрите, какой-то монстр. 5000 побед на 2700. Ну сейчас посмотрим. Ладно, поехали. Посмотрим, что этот парень сделает. Поехали. Воу. Это оверхед.
Блин, жестко, жестко. О, вау, это что за кабал? Это что за кабал? Ладно, ладно. Блин. Yes. Я его просто жжу. О нет, о нет. Против Сайрекса такие шутки плохи. О нет. Так, ладно, у меня пока что нету брейкера, но, наверное, я его использую. Да, надо использовать брейкер. Ладно, ладно, ребята. Я хотел вам показать комбо. Этот чувак хочет играть серьезно. В следующем матче я возьму своих мейнов. Так, ладно. Не успел, не успел. Он... Блин. Зря я сидел, зря я сидел. Хорошо, 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 хорошо. Воу! Ребята, я стараюсь, у парня 5000 побед, это местный ниндзя килла. Хорошо, наказал, наказал, ну и да, я тут слишком рисковая игра. Господи. Блин, я не успел улететь. Добьет? Добил. Ой, хорошо. Блин, неужели? Ба, почему это сработало? Я говорю, только в онлайне такое работает. Потому что так все плохо отзывается. К сожалению, в Mortal Kombat 9, то что ты можешь такие вещи делать, и тебя, скорее всего, не накажут. Да. Окей, мы с этим парнем играли пару матчей, он меня выиграл и начал тибегать. Я вообще не понял, ребята, к чему это все идет, зачем это надо. Я решил, давайте пока что забудем про тактим. И взял тоже имбу Джонни Кейджа. Блять, это что за хуйня? Давай сюда! Ё-моё.
Бля. Блин, я не успеваю уйти. Ах ты, сучка, блядь. Вот так, нах! Я не знаю, ребята! Вот так! Откисай, братан! Ребята, спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, в этом видео вы нашли что-то интересное. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Стоит ли нам добавлять вот этот командный тег-режим в Mortal Kombat 12? Да, какие могут быть плюсы, какие могут быть минусы? Ну вот, в этом видео я постарался вам показать некий потенциал, да, как оно может быть. Насколько круто это может быть, да, если сделать правильно. Вот, поэтому посмотрим. Там вроде уже вышел некий тизер Mortal Kombat 12. Скоро про это тоже расскажу. Ребята, обязательно заглядывайте на стримы мои, поэтому поставьте, да, колокольчик в 18 или 19 по Москве. Все, увидимся в следующем видео. Пока.